Оперативная обстановка на 238-й день войны в Украине. Карта боевых действий Deep State. Начались 238-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Агирева и Двухлетняя Харьковской области, Белогоровка в Луганской области, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка. В течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись городам Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихатки Николаевской области и город Николаев. Для этого враг использовал крылатые авиационные и зенитно управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Шахет-136», 10 из которых сбили подразделения сил обороны. На Волынском и Полесских направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и авиаударов, а также запуск ударных беспилотных летательных аппаратов «Шахет-136» с ее территории. В других направлениях противник совершал обстрелы. На северском направлении из минометов ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области, Хатынь, Демченко Сумской области. На Слобожанском направлении из минометов ствольной реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово. На Купянском направлении из танков ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречное, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка, Стрельмаховка. На Лиманском направлении из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Грековка, Заречная, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка. На Бахмутском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутская, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросная, Раздолевка, Солидар, Спорная и Яковлевка. На Авдеевском направлении из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайская, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Нескучная, Павловка, Ольгиевская, Степное и Причистовка. На Южнобукском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения –
от вражеского огня. Больше всего пострадала инфраструктура выше Тарасовки Днепропетровской области. Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета. Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, опубликованные на украинском языке. По имеющейся информации, в Российской Федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанные категории задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию. Авиация сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооруженной и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитно-ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта противовоздушной обороны и 1 установку артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию РЭС, а также другие военные цели противника. Подписывайтесь на канал, распространяйте видео, оставляйте комментарии, а я желаю вам мужества, выдержки, терпения и удачи. До новых встреч, дорогие друзья!